нацелена против нас, разумеется, надо отдавать в этом себе отчет. Но повода для нервозности, для каких-то тревог нет, потому что мы давно начали готовиться к такому развитию. Агрессивный курс США и возглавляемого Вашингтоном Североатлантического альянса не меняется, но нас невозможно запугать, ответ у нас найдется. Нас не заставят этими приемами не разоружаться в ущерб себе, как это было в свое время, когда НАТО приняло так называемое нулевое решение. Не заставят нас втянуться в дорогостоящую гонку вооружений. Все, что нам нужно, уже создано. Вопрос в производстве. Президент об этом высказался предельно ясно. А дальше военные и главнокомандующие будут решать, где, как, что размещать для того, чтобы парировать эти угрозы. Так что мы будем под надежным щитом, а они выбросят свои деньги на ветер.